bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Всем хай. Всем хай. Здарова, ребят. Здарова. Да, спасибо за сердечки. Чатик. Спасибо огромное. Спасибо за сердечки. Ну, спасибо. Ну чё, ну да не стоит, да не стоит. Не стоит. Да не. Спасибо огромное за сердечки. А, короче, пиздец, у меня просто сейчас два вот этих, третий должен сегодня быть насыщенные дни максимально. Чтобы вы понимали, я... А, вы же не знаете, я лечу в Киев. А, ну может быть... Ну, это те, кто не был у Вади на стриме. Это, ну, это мой, типа, ответ. Мой, это... Нет, те знали только те, кто подписан на группу Freak Squad ВК новостную. И кто не был на стриме... И кто был на стриме у Вади. Все. Это я, короче, у Вади на стриме решила. Вот. Не под его влиянием, нет. Это я сама решила, вот, как раз-таки, грубо говоря, в тот и в прошлый день. Но просто я не хотела озвучивать. Я хотела озвучить, ну, вот, буквально 28-го. Ну, блядь, реально очень много дел нужно сделать, типа, это не вот такая поездка, типа, вот раз, и по России. Ну, тут реально очень много всяких дел нужно сделать, чтобы... Я люблю маму, я тоже люблю маму. А вы любите маму? А мы думали, что ты не поедешь, честно. Так у меня же билеты в Самару уже есть. У меня, типа, были в Самару и в Киев. Ну, типа, я реально думала, я не знала, куда полететь. Вот. Да вы видели мое лицо, вы видели, как я это говорила? Это, блядь, это было понятно, что я еще мешкаюсь. Это вот на последних стримах я уже такая, раздобрела. Ну, типа, мы уже ну, нормально общались просто, и все, и как-то так стало хорошо. А ты сразу и туда полетишь? Да нет, просто придется проебать билеты. А, чтобы вы понимали, я лечу в Киев, да, можете меня поздравить. На самом деле еще морально не готова, не знаю, вообще не готова. То есть после того неудачного случая, так бум, и все, и типа попытка номер два, жесткая. Ну типа очень сложно перестроиться, очень сложно, короче, себя именно настроить на этом. Вот, морально очень сложно. Ну типа, окей, ладно, мы просто играем в жизнь. Вот, да, я еще сдала экзамен, теорию, без единой ошибки. Это что, Бёрн? Да. А просто так что-то захотела, Бёрн. Блин, ни разу не пейте Бёрн. Не пей их лучше. Так это Ваде надо говорить. Это Ваде меня подсадил. Просто. Подлюка такая, грязюка. Это Ваде меня подсадил на энергетики. Я никогда в жизни не пила энергетики. Байтер 192. Да не, он как-то... Просто я вижу, что он пьет по КД. Так я смотрю и повторяюсь за ним. Ну, как-то так получается. Ну, типа, он ничего не говорил. Типа, да, пей. Просто я один раз попробовала. И все так сладенько, так вкусненько, так кисленько, так газированненько. Мне прям понравилось. Но она вредная. Мама сказала, типа, я увидела, говорит, ты на стриме пьешь энергетики. Ты знаешь то, что у меня, типа, знакомый водитель умер от энергетиков. Я такая, знаю, мама, это же при мне было. Она такая говорит, ну вот, типа, он этот, ну, этот, не пей. Я говорю, мам, ну, типа, ладно. Ну, это было очень давно. Бля, знаете, как забавно с Вадимом смотреть видео? Мы, короче, вчера смотрели смешневые видосы, смешнявки, смешные, вот. И он, короче, смеется, я говорю, Вадь, так это ж не смешно, типа, ты же, ну, мы смотрели уже. Он такой, да, я не помню. Бля, с ним вообще имбово смотреть видосы. Типа, знаешь, он типа, ржет с какого-то видоса, потом его забывает, потом снова смотрит, и, типа, ему снова смешно. Ладно. Это как-то в одно время мне строго посвятил эту песню. Спасибо за идею с байтом донатиками. Не, Вадя умеет пикапать, Вадя еще тут, блядь. Он так пикапит, ёбаный шашлык, я в ахуе. Да. Все, я уже еду в Киев, еду, все, я решила. Правда, уверенности нет какой-то, ну типа в том, что будет все заебись на границах. Потому что начали появляться какие-то проблемы. Когда поняла, что тебе нравится Вадя. А вам все расскажи. Ничего не буду говорить. Ничего не буду говорить. Алло. Не смущать. Не надо меня смущать. Настя скипнула. Вообще не буду отвечать на этот вопрос. Он один лизиный. Не буду. Блок покажи. Фри батя. Я пообещала ее носить, пока его не разбанят, но просто она грязница. Я то ли потею, то ли что. Ну, короче, я пока стираю, там уже опять два дня проходит. Опять стираю, и она опять два дня сохнет. Как так получается, что не каждый день. А я не знаю, как ее стирать так, чтобы она быстро сохла. Отвечаю на донат. Ну как, что мне говорить? Что бунт? Ну, Вадю я не рассматривала в плане парня никогда.
ну, типа, только вот, когда мы начали общаться, когда мы, ну, месяц назад, вот. Но как я могу его рассматривать в плане, я никогда так не делаю. Если мне, типа, парень, нахуя мне, типа, я вообще никого не рассматриваю. Это правильно, но это факт, что да-да, это правильно. Так вообще сказано должно быть. У каждого должно, если вы в отношениях, вы должны быть верны своему человеку. И даже, вот знаете, вот эта вот моральная измена, она даже хуже, чем физическая, понимаете? Вот, так что если вы заглядываете на другую девочку, будучи в отношениях, это очень хуёво. Вот, так что расставайтесь, потому что если вам нравилась первая девочка, вы бы не заглянулись на вторую. А уф, если выбираете между двумя, выбирайте вторую, потому что вот. Вот так вот. Вадим говорит о своих чувствах на своем стриме при 30к. Хотя говорил, что он так делать не будет. Скажите мне это полгода назад, я бы просто не поверил. Пизда, он тебя любит меньше, чем 3. Извините, пожалуйста, я просто не могу. Простите, пожалуйста, я больше так не буду, извините, меня просто распирает. Я тоже его люблю, чат, пиздец. А, кстати, когда он говорил, что он так не любит делать, я не знала. Но это реально очень приятно, чат, реально очень приятно. Чат, вы себе не представляете, как это приятно. Что за клип? Миле, спасибо большое за запись. Чего, блядь? Бля, Вадя такой интересный человек. Сейчас покажу. Он, короче, мне нечаянно 10 тысяч закинул. Я говорю, Вадь, а чё, мы же вроде закончили стрим, ты чё, типа, мне донатишь? Он такой, да я нечаянно. Я такая, ладно. Чё там? Извините, что надавил, просто хочу провести с ней Новый год, для меня это важно, да она и сама хочет. Извините, что надавил, просто я хочу... Кика! Новый год, для меня это важно, да и она сама хочет. Миля! Билеты сдать не забудь. Да похуй, типа, просру. Я не хочу заморачиваться, там, писать. Я все, которые покупаю билеты, я их, ну, типа, специально проебываю, типа, поебать вообще. Похуй, падла. Да, Марк, я приеду, обещаю тебе. Мы увидимся как минимум на мой день рождения. Ладно. Ну да, у меня потому что... Ну, Вадя тоже постоянно говорит о том, что вот, типа, с кем Новый год встретишься, с тем его и проведёшь. Самый первый день.